Всем привет, с вами Лего Юрчик, и мы продолжаем проходить игру The Lego Movie Video Game или Лего Фильм Видеоигра, седьмую часть, которая называется Заоблачная Даль. Заоблачная Даль. Советую вам подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие части. На моем канале вы увидите прохождение всех Лего игр на телефоне и как их скачивать. Сейчас начинаем проходить седьмую часть. Делами. Интересно, кстати, миссия. Часть. Так. Погромче идем. Сюжет. После бегства с Дикого Запада Бэтмен доставляет Эммета в заоблачную даль. Значит, нажимаем. О, Бэтмобиль, круто. Мне нравится Бэтмобиль. Интересно. Бэтмобиль классный. Наконец-то я ждал того момента, когда я буду управлять за Бэтменом. Не мог дождаться. Бэтмобиль. Такая музычка. Так. Бэтмобиль, круто. О, красный блок собрали. Уровень так быстро пройден. Ничего себе. Так, продолжим. Ух ты, я в заоблачной дали. Есть облака, я управляю за Бэтмена, круто. Ура, я управляю за Бэтмена. Я Бэтмен, круто. Так, что он может? Ты, он может своим... Своей... Бэтерангом кидать. Я, кстати, вам в каком-то видео говорил, как скачать Лего Бэтмен за видеогейм или Лего Бэтмен видеоигра на Android. Посмотрите это видео обязательно. Что? Что это? Ух ты, он может еще батарангом так делать. Круто. Круто. Смотрите, я забыл, что стоит здесь облака. Круто. Так, что я могу? Так, вот так. На самом деле, крутая миссия, мне нравится. Заоблачная сторона. Так, ждем. Лестница. Ждем. Так, ждем, пока, наверное, к нам придет. Блин, я упал. Блин, ну чё. Так. Все нужно делать аккуратненько. Так. Что, как? А, да. Да я знаю. О, Бэтмен тоже может выполнять акробатические трюки, как и Дикарка. Так же, как... Опа! Не-не-не, не так сейчас. Еще раз. Так, хоп-хоп-хоп, дурак. Так, идем. Ой, надо смотреть внимательно, да? Так, это молния. Ой, блин. Так, идем. Так, пошли дальше. Так, ждем, пока молния пройдет, и пойдем. Так, идем. Опять батарангом пускаем. Так, это я. Батарангом. И что нам дают? Монетки. Что еще? Я понял, монетки нам дают. А, может еще. А это нужен. Вот. Он кидает свой посох. И мы возьмем Бэтмена. Так, сюда. Идем дальше. Так, Бэтмен тоже может это так делать. Строить. Но он же не тупой, как Энд. Так, вокруг. Заоблачная сторона. Круто. Так, типа,
типа корабля. Круто, я двигаюсь. Ух ты, это крутая миссия, мне очень нравится. Очень нравится. Вот эти самые тучи. И из них молнии. Так, что это? Надо быть аккуратнее. Так, все, долетел. Идем дальше. Угу. Возьмем. Что это делает? А, что это такое? Что-то ничего не пойму. Что мне делать надо? Так, что? А, то есть нажимать. Ой, блин, это трудно. Так, давайте. Сюда, 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 туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда, да, сюда. Блин! Надо запомнить еще раз. Сюда, сюда, туда, сюда, туда, туда, сюда, туда, сюда, туда. Все, наконец. Правильно, идем дальше. Уровень уже пройден. Уровень последний. Поехали. Так, ой, я управляю за... Кто это вообще? Извиняюсь, кто это? Какая-то радужное буйство. А, кисонька, да, понял, кисонька. Радужное буйство. А, то все нажрать еще может, да? Радужным буйством. И может построить. А что, строить? А, может. Так, идем. Радужный мост. Идем. Что там кисонька может еще? Может драться вообще? Да, может. Давай строй. Он что, не умеет строить, что ли? А, нет, может. Баскетбольчик. Так. Строим это. Ух. Бэтмен. Бэтмену нужен Бэтмен. Так, идем дальше. Что у нас? Может, Гендальф или как? А, Витрувиус. Сюда, 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 сюда. Блин, еще раз. Забываю. Ага. Ой-ой-ой, блин, извиняюсь. Я понял, я просто случайно нажал. Второй раз. Извиняюсь. Сюда, 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 сюда. Вот так вот. И я падаю куда-то. Так, иду дальше. Что у нас? Что? Так, смотрим, может, мне надо побить это. Это я не могу побить. Так, куда мне надо? Я действительно, куда мне надо? Что, это я не могу ничего сделать с этим. Или может, кисонька может что-то сделать, она же здесь. Что? Так, может... Я не знаю, что сейчас делать. Может быть... А, вот, Бэтмен должен. Бэтмен может сюда подвинуть и... И что? И двигаться этой штучки, и что дальше? Все, они убрались, и что? Могу пройти или что? Поливают. А, поливают растения становятся. Теперь может Бэтмен попрыгать. Прыгаем за Бэтмена, прыгаем и доставим сюда. Так, так, так. Кисонька, кисонька нам нужна. Давайте. Все пожрет. Построим. Так, радуга пошла нам. Что дальше? Это не свободные игры. Так, идем сюда. Что это? Гендальф. Опять что? Его ненавижу. Блин, я все забываю. Так, еще раз. Сюда, сюда,
Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Все, да? Конец-то. Все. Уровень пройден. There is yet one hope. The special has arisen. Так, что ж, мы прошли довольно короткой, ну, немного короткой часть. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, вы узнаете прохождение игр на Android-телефоны и как их скачивать на ваш телефон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. С вами был Лего Юрчик.